Появился на свет человек. Перед ним открывается книга, чьи страницы чисты, без помех. Он писатель из этого мига. Каждый час, каждый день пишет он, заполняет ее он словами, заполняет своими делами, всею жизнью, душой и умом. Мы писатели, братья и сестры, пишем мы, но понятно ли все? На полях часто ставим вопросы, почему это так, для чего? Для чего эти скорби и горе? Почему разлетелась мечта? Отчего, как в тумане порою, мы идем и не видим Христа? И до нас на страницах вопросы ставил в горьком смятении Иов. Иоанн, попадая на остров, задавать был вопросы готов. После нужного дела общения, одинок он на старости лет, появилось на свет откровение, так получен от Бога ответ. Но другой Иоанн не дождался разрешений вопросов своих, как орел в клетке он оказался и в тюрьме головою поник. Иногда мы ответ получаем прямо сразу, а то долго ждем. Часто опыт, болезнь отвечает, радость тоже подчас обучает, и с ответом к концу мы идем. Но у многих вопросы, всю их жизнь на страницах видны, но они разрешатся и просто в свете нашей родной стороны. А пока мы живем, мы все пишем, каждый час, каждый день, каждый год. Пишет тот, кто могуществом дышит, пишет тот, кто к могиле идет. Год ушел, вновь страницы пред нами, белоснежные, чистые, без помех. Помоги нам тебя в них прославить, оправдать появление на свет. Дай за сильную руку держась, выводить нам Писание свое, чтобы ты, наш Спаситель и Пастырь, прочитал и сказал: «Хорошо. Аминь».